Здравствуйте, меня зовут Оранж, и сегодня я вам покажу, как строить пушки в Майнкрафт. Перед вами два вида пушек. Это пушка обычная, которая стреляет одним динамитом, и двумя. Давайте же посмотрим, как их запускать. Для начала мы заложим динамит. Вот так, таким образом. Потом нам надо нажать на кнопку. Как вы видите, динамит зажёгся. Сила очень большая. Таким образом. Давайте я вам покажу, как строить такие пушки. Для начала, мы выберем любой материал. Можно строить, лучше строить из алюминиума, так как он очень прочный. Но это не важно. Для начала мы сделаем вот такую конструкцию. То есть повторяем одну, сделали одну и повторяем с другой стороны. Заливаем водой. Вода нам нужна для того, чтобы наш динамит, который был активирован, не взорвался. Так, мы прокладываем редстоун до конца. Сюда мы поставим кнопку, или рычаг, это на ваш выбор. Потом сюда поставим повторители. И ставим их на 3 клика. Это обязательно. Посередине ставим еще один блок. Сюда ставим редстоун. Можно сказать, пушка готова. Теперь остается только заложить мне динамит. Все, можно запускать. Видите, пушка стреляет очень сильно. Желаю удачи! С вами был...